7 июля 2016 года мы находимся на тестовом полигоне компании Adel, где происходит испытание дисков, производства дисков под маркой Adel. Для этих работ был создан полигон, отлиты специальные плиты, сооружены вот такие вот аппарели, по которым двигается пила. Для тестовой работы взяла пила Hilti, 32-я машина. И здесь последовательно идет нарезка железобетонных тестовых блоков. Ну, армирование, скажем так, не сшибающее с ног, но, тем не менее, воспроизводится стандартная плита перекрытия нынешняя, то, что применяется при строительстве. Диаметр арматуры близкий, наверное, 18, наверное, где-то примерно. Вот. Испытания, естественно, сравнительные. Диски марки Adel сравниваются с дисками уважаемых конкурентов. Ведется фиксация. И поэтому по результатам испытаний, которые будут длиться несколько месяцев, мы сможем сделать выводы. Как я и сказал, мы находимся на тестовом полигоне, где компания Adel производит испытания своего инструмента. Рад сообщить, что в данном случае есть доступ на этот полигон. Если у вас есть интерес к инструменту компании Adel, милости просим. Ну, предварительно связавшись, естественно, с уполномоченными лицами, телефоны будут в конце ролика, можно поучаствовать в процессе испытаний, посмотреть, как работает инструмент. Ну и, в общем-то, в принципе, можно привести свой инструмент и организовать даже сравнительные испытания, если на то будет ваше желание. Это фактическое событие. Здесь можно увидеть и самостоятельно, ну, не знаю, обсудить даже, как работает инструмент. Меньше фантазий, больше фактов. Приглашаем вас. Компания Adel ждет себе в гости. Итак, повторюсь еще раз. Имитируется плита перекрытия, которая применяется при строительстве нынешнем. Ну, это, понятно, макет. Но, тем не менее, пилится все по-настоящему, собственно говоря. Вот, и информация, естественно, фиксируется. В данном случае отсутствует маркетинговая составляющая. Мы пытаемся понять буквально с точки зрения технической соотношение между дисками различных производителей. Дело это затратное, но необходимое, скажем так, для того, чтобы модернизировать инструмент и быть, что называется, в рынке. Повторюсь, я уже это говорил, мы приглашаем на наши испытания заинтересованные лица, ну, естественно, заранее договорившись. Ну, а сейчас будет процесс резки. Итак, повторюсь, да, мы приглашаем на испытания заинтересованных лиц или просто любопытствующих. Ну, напомню, соответственно, надо заранее договориться. Здесь пропускная система, нужны будут паспортные данные. Так, процесс закончен, первый проход. И можно подойти, увидеть с пылу с жару результат, что называется. Ну вот как-то вот так. Можно сказать, облицовочный петляк изготавливаем. Арматура 16-я, я немножечко лишнего сказал про 18-ю, но, тем не менее, обычная арматура, которая применяется на наших стройплощадках.